Тысячелетиями человечество грезило о небе. И начиная с самого первого полета братьев Райт и до наших дней, профессия летчика всегда была окутана ореолом романтики. Но на самом деле профессионалы знают точно. В авиации все самое интересное, самое сложное и самое важное происходит на земле. И именно поэтому во всех аэропортах постсоветского пространства и даже значительно дальше знают и ценят Криворожский авиатехнический колледж гражданской авиации, который на протяжении полувека выпускает техников по спецоборудованию самолетов, профессионалов высочайшего класса, тех, без которых была бы невозможна романтика полетов. Криворожский авиатехнический колледж – одно из старейших и самых авторитетных учебных заведений гражданской авиации. За 50 лет здесь подготовлено более 20 тысяч специалистов, в том числе 3 тысячи для зарубежных авиакомпаний из 45 стран мира. Авиаколледж – необычное учебное заведение. По масштабности и сложности устройства его вполне можно сравнить с небольшим государством, занимающим площадь ни много ни мало 8 гектар. Государством со своей инфраструктурой, современными учебными и лабораторными корпусами, аэродромом, общежитиями и жилыми домами, стадионом, клубом и санчастью, зимним садом, столовой, своей котельней, а еще со своей базой отдыха на берегу Карачуновского водохранилища. А населяет этот авиагородок около 2000 человек, из которых в учебном процессе занято 124 преподавателя и 1500 курсантов. И сегодня почти невозможно поверить в то, что создано все это собственными силами на практически пустом месте. Но обо всем по порядку. 12 июня 1951 года начальник Главного управления гражданской авиации подписал приказ за номером 0202 о создании на базе Криворожского летного училища и Арзамасской школы радистов нового учебного заведения Криворожского авиационного училища спецслужб Гражданского воздушного флота, сокращенно КРАУС ГВФ. А уже 1 сентября 1951 года за парты сели первые 122 курсанта. Их набрали по двум специальностям. И вот мы приехали сюда в июне 1951 года, это было. Да? Вот здесь разгрузились на смычке. Здесь паслись коровы. Вот на месте, где сейчас мы сидим с вами, паслись коровы. Это была смычка между городом и деревней. У нас было 5 домиков. Двухэтажных, вот таких, как наш сейчас, вот где наземные службы находятся. Вот это вся была база. Так, ну и столовая была, развалюха там где-то. С этого начали. Семен Исакович Плоткин. Отличник образования Украины, отличник аэрофлота. Общий педагогический стаж 52 года. Из них полвека отдано Криворожскому авиатехническому колледжу. Работает с первого дня основания этого учебного заведения. Семен Исакович обучил более 5000 курсантов и слушателей, спроектировал 7 аудиторий и кабинетов, создал 100 лабораторных и демонстрационных установок, некоторые из которых удостаивались медалей на ВДНХ. Он автор 2 учебников, 3 учебных пособий и более 100 учебно-методических разработок. Семен Исакович – создатель уникальной авторской педагогической школы в области интенсивного обучения. Вся история становления, развития авиаучилища проходила на глазах Семена Исаковича и при его непосредственном участии. Вот на этих уже исторических фотографиях первых выпусков КРАУСа Семен Исакович в числе преподавателей. Кстати, так получилось, что первых выпусков оказалось 2. А все дело в том, что в 1952 году в Кривой Рог перевели курсантов 3-го курса Рижского училища. И год спустя рижане стали выпускниками КРАУСа. А тем временем подошел к окончанию и Криворожский набор. Эти курсанты закончили училище в 1954 году и тоже с полным правом считают себя первыми выпускниками. Некоторые из них – заслуженный учитель Украины Владимир Яковлевич Хольный, отличник образования Анатолий Петрович Стритович, Владимир Александрович Кузьмин – до сих пор работают в родном учебном заведении. И уж кому, как не им, ощущать те гигантские перемены, тот огромный путь, который прошел за полвека КРАУС. И если вспоминать сначала,
Конечно, нужно отдать должное первому начальнику училища, Николаю Андреевичу Овсиенко. Ему предстояла нелегкая задача. При практически полном отсутствии материально-технической базы в кратчайшие сроки нужно было наладить учебный процесс. 5 неприспособленных помещений, 4 поршневых самолета. Привезенный из Арзамаса в разобранном виде клуб и кое-что из оборудования – вот, пожалуй, и все, что было в распоряжении нового училища. В течение года были оборудованы первые лаборатории, пилотажно-навигационных приборов, электро- и радиооборудования, гироприборов. Был укомплектован преподавательский состав. А уже в 1952-м на базе Крауса открылись курсы усовершенствования инженерного состава аэрофлота, так называемый КУИНЖ. Краус развивался стремительно. Едва вышли на трассу новые самолеты, первый в мире реактивный Ту-104, затем самолеты второго поколения Ил-62, Як-40. Специалисты Крауса первыми изучают сложнейшее оборудование и первыми обслуживают его в центральных аэропортах страны. Но вернемся к истории училища. Новая страница была открыта в 1956 году. А к нам приехал Степан Максимович Савченко. Вот. Он приехал из Ульяновска, из ШВЛП, где был начальником связи и навигации. И этот сказал так: все, ребята, кончаем разговоры, никуда мы отсюда не перебазируемся, мы все норовили в Ленинград, мечта была розовая в Сиенке. Так, никуда мы строимся здесь. И пошла стройка. И вот эта стройка продолжалась, она, ну, всю нашу историю фактически мы строимся. Но в течение первых 10-12 лет была построена основа, которая нам позволила от 300 курсантов перейти на подготовку 2100. То есть в 7 раз у нас увеличился контингент. Так и Аэрофлоту надо было... авиаколледжа. Анатолий Петрович Стритович, директор музея. Он был в числе самых первых выпускников Крауса 1953 года, того самого рижского выпуска. Работал преподавателем радиотехники, заведовал заочным отделением, а по линии общественной деятельности был замполитом, профоргом, начальником штаба дружины и директором Музея истории и трудовой славы училища. Это его трудами и хлопотами к юбилею были полностью обновлены все стенды, отремонтирован, отреставрирован зал музея.
На протяжении четверти века Анатолий Петрович – главный хранитель памяти авиаколледжа. К 20 самолетов, находящихся сегодня на авиационно-технической базе колледжа, своя история, своя судьба. Есть среди них и настоящие знаменитости. Как, например, вот этот Ту-154 с бортовым номером 85-131. Именно здесь происходили съемки знаменитого советского кинофильма «Экипаж». Правда, во время съемок этот самолет использовался в самых спокойных эпизодах. Пассажиры, сидящие в салоне, Филатов и Женов в кабине. А вот знаменитая аварийная посадка с отваливающимся хвостом – это уже макет, комбинированные съемки и прочие киношные штучки. А настоящее испытание на долю этого авиалайнера выпали уже в Кривом Роге. История появления этой машины на учебном аэродроме достойна создания нового остросюжетного фильма. Это был первый в истории Аэрофлота случай, когда большой реактивный самолет посадили на грунтовое поле. Перед вами кадры кинохроники, запечатлевшие эту уникальную посадку. Все продумали и рассчитали. Подготовили и утрамбовали груженными КАМАЗами поле. За штурвал сели настоящие асы, летчики-испытатели. Но, тем не менее, риск оставался. И за этой посадкой замиранием сердца следили сотрудники Крауса. Этот Ту-154 остался главной достопримечательностью авиатехнической базы. Но, справедливости ради, нужно сказать, есть здесь и другие, не менее замечательные экземпляры. Например, первый межконтинентальный авиалайнер с турбовинтовыми двигателями Ту-114. Его масштабы хорошо видны на этой фотографии. Самолет этот настоящий раритет. Таких в мире осталось всего три. И, возможно, учитывая музейную редкость, и решили открыть на его борту музей истории авиации. А этот самолет Як-42 связан с особыми воспоминаниями. Его посадка оказалась самой сложной. Все посадки самолетов, и Ту-154, и Як-42, все уникальны по себе. Но наиболее запоминающимся является посадка самолета Як-42, когда полоса, которую выполнили, была неудобна по курсу посадки. Начало полосы начиналось с высоковольтной линии, которую нужно было преодолеть и потом произвести посадку, что намного усложняло саму процедуру посадки. Но экипаж, который состоял из летчиков-испытателей, блистательно после пролета высоковольтных линий, в буквальном смысле слова, бросил самолет, вот, и произвел посадку на все три шасси и благополучно завершил ее, значит, в конце полосы. Владимир Сергеевич Погребняк, выпускник 1961 года. Стаж работы в Краусе более 30 лет, из них четверть века начальник авиатехнической базы. Владимир Сергеевич из той редкой породы людей, которые не перекладывают ответственность на чужие плечи и все, за что берутся, делают безукоризненно.
Его личный вклад в формирование авиатехнической базы трудно переоценить. Под его руководством и непосредственном участии готовился грунт для посадки авиалайнеров. Производились расчеты руления самолетов к месту стоянки. А потом он был первым, кто осваивал сложнейшее оборудование реактивных машин и налаживал учебный процесс по практическому изучению авиационной и радиоэлектронной техники. Ну и, конечно же, в том, что все сложное хозяйство учебного аэродрома содержится в идеальном порядке, и десятилетия спустя самолеты живые, при необходимости их можно поднять в воздух. В этом, безусловно, главная заслуга Владимира Сергеевича Погребняка. Авиатехническая база – самая знаменитая, но далеко не единственная лаборатория авиаколледжа. Всего их более 40. Каждая оснащена самым современным оборудованием. В лаборатории аналоговых электронных устройств многие стенды усовершенствованы курсантами колледжа. А вот этот простой с виду оранжевый контейнер – магнитный самописец, известен всем как «черный ящик». Его устройство, принцип действия многодорожечного магнитофона, способного фиксировать до 300 параметров работы всех систем самолета, практически изучают курсанты электромеханики. Организация учебно-методической работы, оборудование всех лабораторий колледжа не может не восхищать. И даже несведущему человеку при первом ознакомлении становится понятно, почему так ценятся специалисты, вышедшие из этих стен. Почему их с удовольствием берут на работу в крупные аэропорты. Ведь в отличие от других учебных заведений, где дают хоть и глубокие, но все-таки теоретические знания, курсанты Крауса выходят готовыми к работе специалистами, практически овладевшими оборудованием современных самолетов. К слову сказать, в Бориспольском аэропорту выпускники колледжа обслуживают и Боинги. Такова специфика этой профессии. Останавливаться на месте нельзя. Все, что появляется нового в науке, в технике, тут же осваивается и изучается в колледже. 10 лет назад, когда компьютеры еще были в диковинку, в авиаколледже создали первый в городе кабинет информатики и вычислительной техники. На протяжении десятилетий Краус был и остается сильным методическим научным центром. В большой библиотеке среди множества томов немало учебников, методических разработок, созданных педагогами колледжа. По ним работают и учатся не только здесь, но и в других учебных заведениях страны. Появление новых специальностей заставило нас работать на максимальных оборотах. Все пришлось начинать с нуля, поэтому в обучении используются только авторские разработки, методика авторская полностью. Это позволило нам за короткий срок достичь довольно высокого уровня, и специалисты наши зарекомендовали на местах очень хорошо. Но такой пример красноречивый, что методическая литература, которую мы используем в учебном процессе, с удовольствием пользуется инженерно-технический состав непосредственно на объектах, на радиолокационных комплексах. То есть он помогает им решать уже их, казалось бы, сложные производственные задачи. Вот. Это уже говорит о том, что только авторская работа может решить эти проблемы. Ну и я бы хотел сказать, что вот у нас коллектив единомышленников на комиссии. То есть насколько мы одинаково мыслим, работаем, и отдача. То есть одному человеку решить эти проблемы нельзя. Вот на этом стыке знаний, опыта, то, что мы единомышленники, и такие задачи удается пока решать. Неустанный поиск новых методов, новых форм работы, свойственный педагогическому коллективу авиаколледжа, позволил им пережить все трудности последнего десятилетия и сохранить значение ведущего учебного заведения гражданской авиации. А ведь было время, когда над Краусом нависла реальная угроза закрытия. В 1991 году Советский Союз распался, и оказалось, что количество узких специалистов, которые авиаучилище готовило для огромной страны, не может быть востребовано в Украине. И вот тогда пришлось искать выход, учиться жить в новых условиях. Да, была немножко вначале растерянность какая-то связана, ну, во всем, я думаю, в Союзе была растерянность. Но мы вовремя сориентировались, помогли наши ветераны, Плоткин, Хольный,
которые помогли разработать концепцию развития колледжа. 91-й, будем говорить, так, 2001 год. И эта концепция, которая предусматривала в себя многие этапы, начиная от расширения специальности, оказания различных видов услуг, и выполняя эту концепцию, на сегодняшний день я могу сказать, что концепция была выполнена, и это дало нам возможность выжить. Анатолий Александрович Андрусевич, выпускник Киевского института гражданской авиации. В Криворожском авиаколледже работает с 1975 года. На протяжении многих лет был помощником начальника по работе с иностранными студентами. Как представитель Аэрофлота несколько лет работал в Лаосе. Отмечен правительством этой страны. Анатолий Александрович – герой труда Лаоса. Его опыт, высокий профессионализм и организационный талант по достоинству оценен и в родном коллективе. Впервые в истории этого учебного заведения не по назначению свыше, а по результатам открытого конкурса и тайного голосования в декабре 1999 года Анатолий Александрович Андрусевич был утвержден на должность начальника колледжа. А в 2001 году, опять-таки, впервые за полувековую историю, начальник Криворожского авиатехнического колледжа Анатолий Александрович Андрусевич включен в состав ученого совета Киевского национального авиационного университета. Разработанная еще 10 лет назад программа развития колледжа доказала свою жизнеспособность. Свой полувековой юбилей Краус отмечает как учебное заведение нового типа. Открыт бакалаврат, где обучение проводится по 4 направлениям и по 12 направлениям готовят младших специалистов. Колледж получил сертификат на право преподавать предметы по специальному оборудованию современных украинских самолетов Ан-70 и Ан-140. Открыта первая и пока единственная в городе военная кафедра по подготовке офицеров запаса для военно-воздушных сил Украины. А еще возрождаются старые добрые традиции. Введена единая форма. А кроме того, сегодняшние курсанты, как и их предшественники, приумножают славу колледжа не только в науке и технике, но и в искусстве, спорте. Большинство из этих грамот и кубков завоевано в последние годы. Здесь, как нигде, ощущается связь времен и преемственность традиций. Авиаколледж гордится своими выпускниками. Ну а те, кто вышел из этих стен, с благодарностью вспоминают свою альма-матер. Колледж мне дал действительно настоящую путевку в жизнь, потому что я не мыслю себе другой специальности, другой работы. Настолько колледж привязывает душу к авиации, понимаете? Я не знаю, это атмосфера, может быть, это территория, это какие-то преподаватели, это, ну, это предметы. Они так глубоко проникают, потом бросить это очень тяжело. Ну, хочется пожелать колледжу дальнейшего развития. Дай Бог, чтобы они учили их новых, так как они учили нас, чтобы любовь к авиации, которую они привели нам, прививалась и дальше, чтобы люди, которые поступают в колледж, не просто поступали как учебное заведение для галочки, а чтобы они оставались в авиации на всю жизнь и болели этим, так как заболели мы. Юбилейная дата – это очень тонкая грань, за которой уже начался новый отсчет времени. И будут открываться новые перспективы, совершенствоваться оборудование и усложняться программы. Но неизменным останется одно – год за годом сюда будут приходить новые поколения курсантов, осваивать сложнейшую из профессий и будут гордиться, что именно здесь начинается полет. Я благодарен судьбе, что она мне дала такую возможность в год 50-летия колледжа быть его руководителем. И прежде всего я хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов, чьими руками был создан этот колледж, кто поднял его на тот уровень, на котором он сегодня есть. Я благодарю наших выпускников всех лет, которые находятся во всем мире. Я об этом могу чисто и откровенно сказать. Да, наши выпускники практически работают в 90% странах мира. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы не уронили честь нашего учебного заведения.